На ту сторону. Коридор сделали. Сделали коридор. Уважаемые трассы, второй оперативный полк, командир первого батальона. Эдуард Вениамин. Простите, дайте человеку сказать. Данные мероприятия. Так, уважаемые граждане, вас я, во-первых, предупреждаю, что мне нужно выполнить мои законные права. Определенно государством. Поэтому дайте мне подойти. Да. Если будете препятствовать, я буду вынужден вас также доставить по 19.3. Извините, я в связи с законом СМИ исполняю свои обязанности. Не толкайте меня. В связи с законом СМИ исполняю свои обязанности журналиста. Милиция, полиция, не толкайте меня. Соответственно, с законом СМИ исполняю обязанности журналиста. Опять я, ну снова, как и вы. Вот. Значит, вы знаете, что мероприятие не согласовано. Знаю. Знаю. Вас предупреждали, давай. Согласовано со совестью. Эдуард Вениаминович, вы нарушили 54-й федеральный закон, соответственно, статью 20.2 «Порядок организации проведения мероприятия». Поэтому я требую вас пройти со мной спокойно. Можете обжаловать его в соответствующем писанке. Будьте добры. Эдуард Вениаминович. Есть еще 19.3. Чтобы не подставлять все это, я это сделаю. Спасибо. Спасибо. Так, ребята, дайте коридор. Все. Коридор дали. Все, все, коридор. Коридор. Так, не мешаем. Не мешаем. Коридор. Иди, не толкай. Не дави. Он Скажите заявление ваше! Минуточку, не спеши!